хорошо, мы привыкли жить в стае. И, допустим, у кого-то из стаи нет задатка лидера, но у остальных это есть. Как ему добыть с помощью вашей системы разработанной? Есть ли возможность быть лидером, то есть добыть вот это звено, которое ему не хватает? Ну, так как мы, да, спасибо. Так как мы говорим немножко абстрактно, да, или, в принципе, если этот вопрос касается непосредственно вас, то ну, тогда нужно будет нам углубляться в обсуждение деталей. Я попробую все-таки ответить так, как будто это ответ для всех, да, вот, чуть более так, абстрактно. Первое – это то, что возможно, что тот, кто говорит и нуждается в этом, он, по сути, имеет способности лидера, но они почему-то деформированы. То есть они почему-то деформированы, блокированы или выражаются в каких-то таких неприемлемых формах. Первое, что бы я сделал предположение, потому что и в системно-векторной психоанализе, и в, продолжая, в системно-функциональном дизайне есть такое положение. Если у человека есть желание, значит, у него и есть ресурс, с помощью которого он может это желание удовлетворить. А если у человека все-таки способности эти есть, да, но они почему-то заблокированы, а вот сам вопрос мне все-таки дает основание думать, что больше все-таки именно это, то нужно смотреть, почему, кем, как заблокирован, разблокировать и опять же идти по тому пути, о котором мы уже говорили. Да? Сначала признать, что эти способности, понять, что их заблокировал, деблокировать, позволить проявляться в каких-то, может быть, в архаичных, да, примитивных формах, да? А потом позволить этому, да, раскрыться, ну, цветок должен, да, вот сначала развернуться, потом научиться этим овладевать, пройти вот эту опасность, что это начнет вами управлять, а не вы этим, ну и придать этому приемлемую, да, социально-культурную форму пользоваться и быть полезным этим для кого-то из членов стаи. То есть если это желание, ну, достаточно, ну, определенного типа, которое указывает на то, что есть ресурс, то я бы первоначально посмотрел, а что же с этой структурой психики, которая отвечает за лидерство, вообще о каком лидерстве идет речь, потому что есть разные типы лидерства. И если мы определили тип лидерства, есть ли такая структура и способности, да, заложенные природой у этого человека, если ее нет, то тогда нужно построить, скажем, такое хорошее, да, вот, взаимодействие с тем в стае, кто может дополнить способности этого человека своими способностями. Ну, то есть, иными словами, например, не на лидерстве, а немножко на другом. Да? То есть, вот, например, я знаю, что мне нужна физическая помощь. И у меня нету соответствующего вектора, мышечного вектора. Да? Тот вектор, который позволяет людям много упорно физически трудиться, да, напрягаться физически, и они от этого получают удовольствие. То есть им это как бы приятно, да? У них есть одаренность в этом смысле. Например, там, не знаю, люди, ну, те, которые занимаются там тяжелой атлетикой, да, то есть вот это люди, одаренные в этом смысле. Ну, множество их шире, они не все именно там в спорте, ну, так или иначе. То я, в принципе, могу, конечно, это сделать сам. Эту функцию выполнить сам. Но я устал, мне будет тяжело. А могу найти способ взаимоприемлемый, взаимовыгодный с кем-то, да, вот, обменяться функциями. Я ему сделаю что-то, чего у него нет, да, способностей к этому, он с этим не справится, да, или справится не очень хорошо, как я с физическим трудом. А он мне сделает то, что ему приятно и ему дается легко. И получается некий вот такой обмен функциональный. Я ему одно, он мне другое. Мы оба рады, нам даем хорошо. Это, по сути, есть квазистая. Это и есть вот, если такие люди не, ну, не случайно, вот, на один раз, да, вот, пришел, ушел,
действительно это люди, которые есть в нашем окружении, с которыми мы наладили контакты в регулярное общение, то это и есть квазистая, которая, я считаю, и есть основой системы. То есть мы вот вместе с этими людьми, по сути, двигаемся по жизни и решаем всю совокупность тех проблем, которые стоят перед нами в целом. Да? То есть вот основные функции есть, 8 основных функций, и они, их нужно решать каждому. Я, например, вот это могу делать, и я это сделаю для всех. Он вот это может делать, и вот это сделает для всех. А вот она вот это для всех.